Привет, друзья! С вами профессор Гуглов. Балкон – это не просто архитектурная деталь и функциональное расширение жилой площади. При наличии фантазии и дизайнерской смелости из стандартного балкона можно создать нечто фантастическое и невероятное, сочетающее в себе комфорт, красоту и оригинальную идею. Если вы решитесь на смелый эксперимент с дизайном собственного балкона или лоджии, скорее всего, понадобятся и оригинальные окна, к примеру, выполненные из цветного профиля. Ну а теперь давайте же посмотрим, как поступают с балконами архитекторы и дизайнеры по всему миру. Балкон-бассейн. Архитекторы, создавшие небоскреб Aquaria Grand в Мумбаи, явно подумали о том, что плескаться в бассейне и любоваться панорамой ночного города – отличная идея. Сказано, сделано. И жильцы элитных квартир получили такую возможность в полном объеме. Жилой комплекс вообще отличается комфортабельностью. Не выходя из небоскреба, вы сможете посетить сауну, тренажерный зал или традиционные закрытые бассейны. Подземный вариант. Казалось бы, сама идея разместить балкон ниже уровня земли отдает абсурдом. Но японский мастер архитектуры Юкихару Судзуки наглядно показал свое умение нестандартно смотреть на вещи и ломать традиционные представления. Подземный балкон расположился в склоне холма и позволит наблюдать за панорамой, чувствуя себя частью горы. Вариант для смелых. Балкон Willis Tower – это даже не традиционный архитектурный элемент, сколько аттракцион для тех, кто желает пощекотать свои нервы. На последнем этаже самого высокого здания в США сделали балкон с прозрачным полом и стенками. Просто постоять здесь уже настоящий подвиг. Балкон пользуется большой популярностью у любителей экстремальных селфи. Вариант VM House. Здесь стоит рассматривать не единичный балкон, а целое концептуальное архитектурное решение. VM House – это жилой комплекс, состоящий из двух зданий в форме букв V и M. Балконы на этих зданиях кажутся расположенными хаотично и сильно напоминают треугольные шипы какого-то загадочного монстра. В реальности нет хаоса. Все рассчитано таким образом, чтобы любой из балконов получал максимум солнечного света и при этом не мешал соседям. Балконы-трапеции. Еще одно комплексное решение, которое создает иллюзию оптического обмана. Благодаря форме трапеции, использованной архитекторами, такие балконы выглядят очень футуристично и неожиданно. Балконы-чашки. Благодаря креативному маркетингу от компании Niimi, занимающейся производством чая, прохожие могут любоваться оригинальным решением в виде чайных чашек жизнерадостной расцветки. Балкон-гараж. Прекрасное решение для автомобилиста, живущего в мегаполисе. Покупая квартиру с таким балконом, вы можете забыть о проблемах поиска парковочного места. Благодаря специальному подъемнику вы сможете попасть к себе домой прямо в автомобиле. К тому же машина постоянно будет перед глазами. Как легко заметить, балкон может выглядеть совершенно нетривиально и выполнять самые оригинальные функции. Все зависит от креативности строителей и архитекторов. Но если вы живете в типовом доме, не стоит отчаиваться. Достаточно желания и интересной идеи для того, чтобы преобразить свой балкон. Используйте необычные материалы и не бойтесь экспериментировать. На этом у нас все. С вами был профессор Гуглов. Подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставьте лайк. Увидимся!